Вас вітає служба інформації телерадіо компанії «Гомель». У студії працює Маргарита Котова. Глядіть у гэтым выпуску. Замест проверки документов – кветки. Супрацовники ДАІ поміншавалі з надыходзішым святом жанчын-водителяў. Ювелірная работа. У Светлогорску выбухам демонтирована 105-метровая труба. 270 тонн муки штодзень і яе новые гатунки. «Гомель» хлебапрадукт пашырае географію экспорту. А зараз об гэтым іншым больш падрабязна. Кветки стали неотъемной часткой и нават символом 8 соковика. За день до свята у флористов начинается горячая пора. Тюльпаны, мимозы и гиацинты тякут без конца ракой руки покупников. Наш корреспондент Ганна Каральчук узнала, где найти свежие ружи и орхидеи у Гомелі и у кольки обойдутся мужчинам святошные букеты. У один из самых ярких и светлых святов весны, 8 соковика, беспроигрышным подарунком для любой дамы являются кветки. Штогод самыми популярными застаются тюльпаны, однако, когда вы хотите быть оригинальным, варто пошукать что-то больше редкое, например, экзотичную орхидею. Гэты растут не на краи свету, а у Гомеля, у фермерской господарцы Владимира Хуцанкова, у Костюковцы. У его теплицах каля 100 кустов 15 видов, которые квітнеют на протягу всей зимы. Разведение орхидеи было давней марой мужчины. На продаж кветки частей за все привозят с Голландии. У Беларуси кусты орхидей можно убачить только в ботаничных садах. Одночу Владимир Павлович забрал из магазина две отцвевших рослины и посадил у теплицы. Одна из них прижилась. После этого фермер закупил партию орхидей и занялся их разведением. Наш климат для этого оказался придатным. Ночью, значит, у нас холодно, днем освещения хватает и тоже не очень жарко. И они растут в горных районах тропиков на высоте 1 километр. И там они даже переносят градус мороза где-то в условиях Юго-Восточной Азии. И вот в зависимости, вот если попадает какой-то сорт, что когда формируются бутоны, цветки, и ночью холодно, вот он и зацветает. Есть такие сорта, которые по 8 лет не зацветают здесь, в теплице. Орхидея выдатная сама по себе и как частка букета. Галинка может простоять у воде от 2 до 6 тыдняў. Кошт начинается от 10 рублей. И коли орхидея для фермера справа для души, то разведение руж давно поставлено на поток. До святов на продаж он гадует больше за 100 тысяч кветок. Розные фарбовки, водору и навод без шипов. За букетами до пенсионера нередко приезжают прямо у теплицу, альбо в киоск на вокзале. Фермер гарантует, что белорусские ружи до наших кватер адаптуются лепш, чем провозные, и дает совет господыням, как заховать букет на протяглый период. Надо, чтобы не было сквозняков, чтобы не было жарко. А воду каждый день менять надо? Ну, не каждый. Значит, можно добавлять что-то там, серебряные вещи, чтобы вода, или чуть-чуть белизны, там несколько капель. Ну, и менять тоже время от времени надо. Но именно, чтобы вот вода была свежая все время. Чтобы... Ситуация на рынку свежей кветковой продукции за опошние годы изменилась. Коли ранее это был у основным импорт, то сегодня появляется все больше мясцовых вытворцев. Цены у продавцов отрозниваются. Тюльпаны каштуют от 2 рублей, косачи – 3,5. Галинки мимозы – коли 5, хризантемы – по 7. Популярностью так само користаются горшковые першоцветы – гиацинты, крокусы, примулы и нарциссы – от 6 рублей за штуку. У гипермаркетах можно найти больше данные варианты, однако придется устроить соправдное полевание за наибольш свежим и аккуратным букетом. По выпаде минулых годов продавцы зауважили, что до свята частей берут бюджетные кветки для коллег, а уже у само свята на любимых жанчинах не экономят. До речи, коли мы звернулись до гомельчанок с пытанием об жаданных подарунках на 8 соковика, практически все отзначили, что головное – это увага и клопот, а не потраченная сумма. У меня и так все есть. Спасибо, конечно, за то, что хотела бы я получить. Вот то, что у меня есть, я этим горжусь. Это мои любимые мужчины. Ну, конечно, для меня самое главное, чтобы они были это здоровые. Ну, а хотела я получить, конечно, букет цветов. Может быть, какой-то ужин или просто время провести вместе, куда-нибудь сходить погулять. Наверное, цветы в первую очередь, потому что это же приятно, да? Ну и что-нибудь, какой-нибудь неожиданный подарок. Куда-нибудь сертификат, отдохнуть, куда-нибудь спа-салон. У меня впереди поступление, поэтому самый лучший подарок для меня всегда это будет хороший, очень высокий балл. А на 8 марта даже не знаю, что. Цветы было бы приятно. Прежде всего цветы. Хочется, чтобы нас... Хочется цветы. Цветовы, чтобы нас любили, уважали, понимали. Главное – внимание, конечно. Но какой подарок будет уже, насколько мужчины будет доход в наше время. Но хочется всем пожелать самое главное, конечно, в это время здоровья, здоровья, здоровья и любви. Весны, цветов, всего самого только хорошего. Всех благ, всем людям, здоровья главное. Ганна Кральчук, Евген Макенко, телерадио, компания «Гомель».
Со святом, милые жанчыны, супрацоўнікі дзяржаўтаінспекцыі Гомельскай вобласці арганізавалі профілактычную акцыю, каб памішаваць з надыходзячым святам жанчын-вадзіцеляў. Мерапрыемства традыцыйнае, ніякіх праверак дакументаў, толькі шырыя словы віншаванняў, тюльпаны і карысныя падарункі. Святочны дэсант размясціўся на плошчы паўстання ў Гомелі. Тут таксама была фотазона з двума службовымі аўтамабілямі ДАІ. Жадаючы маглі зрабіць селфі з сучаснай джылі-джы і рарытэтнай перамогай. На цягу гадзіны супрацоўнікі ДАІ выконвалі ганаровую місію разам з партнёрам акцыі кандытарскай фабрыкай «Спартак». Кожная жанчын-вадзіцеляў атрымала кветкі і салодкія падарункі, а галоўнае – станоўчыя эмоцыі і святочны настрой. В преддверии праздника Международного женского дня хотелось бы поздравить от всех сотрудников госавтоинспекции с таким замечательным днем, пожелать тепла, любви, здоровья, оставаться такими же красивыми, как всегда, а также безопасных дорог на территории Гомельской области, а также Республики Беларусь. Старшыня Дзяржаўнага мытнага камітэта Рэспублікі Беларусь Уладзімір Арлоўскі сустрэўся з калектывам Мазырскага і Ельскага мытных пастоў. Нагода правядзення адзінага дня інфармавання. Напрамкаў для гутаркі з работнікамі было вызначана адразу некалькі. Ряд вопросов обсуждаем. Первое – это доведение до личного состава результатов 6-го Всебеларусского народного собрания. Кроме того, довожу те задачи, которые у нас поставлены на этот год, какие мы будем применять новые технологии, эксперименты. Кроме того, посещаю пункты оформления. Перед информационной встречей керавник мытной службы Беларуси наведал новую рудню. У гэтым пункте мытного оформления плануется передача особных функций погранслужбы мытни. В новой рудне у нас в ближайшее время мы ожидаем нормативный акт постановления Совета министров. Сотрудники таможни по грузовым транспортным средствам будут осуществлять паспортный контроль в отношении водителей грузовых транспортных средств. Сейчас такая технология применяется на белорусско-польской границе в пункте пропуска Козловичи. Вот из автодорожных пунктов пропуска как раз в зоне деятельности Гомельской таможни будет применяться в новой рудне. То есть я ознакомился, как готовы наши сотрудники, какое взаимодействие с нашими коллегами, пограничниками. Ну, вижу, что готовы к новой технологии, должно быть все хорошо. Паскарэнне афармлення, мінімізацыя выдаткаў і змяншэнне ўплыву чалавечага фактара пры правядзенні мытнага кантролю на розных этапах, захаванне баланса паміж спрашэннем фармальнасцей і захаваннем эфектыўнага кантролю – галоўнай задачы эксперыментаў. Таксама кіраўнік мытнага ведамства, як дэлегат Усебеларускага народнага сходу, абмеркаваў з прысутнымі ключавыя аспекты даклада прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнкі, асноўныя палажэнні праекта праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця, пытанні умацавання нацыянальнай і эканамічнай бяспекі нашай краіны. Відовішная падзея. Выбухам дэманціравана 105-метровая труба вытворчасці, якую спынілі больш як 30 гадоў таму. Аперацыю правялі на тэрыторыі прадпрыемства «Светлагорск Хімвалакно». Нашы корэспандэнты назіралі за ўзрыўнымі работамі. Дарэчы, гэтая труба знаходзілася ў аварыйным стане. Акрамя таго, і сама вытворчасць, да якой яна адносілася, была знесеная шмат гадоў таму. Каб дэманціраваць трубу, прыйшлося задзейнічаць спецыялістаў Цэнтра ўзрыватэхнічнай службы Рэспубліканскага атрада спецыяльнага прызначэння «Зубр» і работнікаў Светлагорскага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях. Дэмантаж такога аб'екта справа складаная і адказная. Для ўзрыва трубы спачатку былі праведзеныя падрыхтоўчыя работы. Работы былі праведзены ў цягам двух дней. Першы дзень мы яе падгатоўлівалі. Вырезали несущие конструкции, которые мешали обрушению. И в дальнейшем, при укладке зарядов, произвели обрушение взрыва. Яшчэ да пачатку работ нашы корэспандэнты записали интервью с кіраўніцтвам прадпрыемства «Светлагорск Хімвалакно». Это территория завода искусственного волокна ОАО «Светлогорск Хімвалакно». Значит, еще в советские времена основной продукцией завода искусственного волокна это было вискоза, в процессе производства которой использовалось большое количество сероуглерода. И это здание, скажем так, и эта труба, оно использовалось для того, чтобы очищать непосредственно выбросы от большого объема, скажем так, этих вредных веществ. На сегодня, значит, уже более 30 лет
производство это у нас закрыто. Специалисты поведомили, что взрыв трубы значно тоннее, чем ее разбор. Кроме того, разбирать трубу довелось вельми долго, не меньше, как 2 месяца. В ближайшие годы свободная зараз территория будет выкористовываться для реализации инвестпроектов. Это предугледжено программой перспективного развития предприемства «Светлогорск Химволокно». Марина Сверьянова, Максим Савин, Сергей Камков. Телерадиокомпания «Гомель» при підтримці редакції «Світлогорські новини». За моцного ветра на завтра у регионе обвешенное штормовое попередження. У неделю у многих районах шакается узмацнение ветру, порывы якого будут досягать 15-20 метров за секунду. Махчима мокрый снег. У ночный час температура по ветра складе от 4 до 6 градусов морозу. У середине дня по ветра прогреется до плюс 3. У понеделок 8 соковика характер надворья будет хуже зимовым. Шакается снег. У ночи слупок термометра покажет до 5 морозу. У день максимальная температура по ветра в складе 0-2. Гомельский комбинат хлебопродуктов отправил первую партию муки у Хорватию. На предприемстве не только утримливают активный працовный ритм и обеспечивают продукцией белорусские регионы, але и выходят на новые замежные рынки. Зерня, кажут, хопят до наступного урожая. Марина Сверьянова с подробностями. Катерина працює на комбінаті хлібопродуктів 3-й год. Яна – техніку лабораторії і відповідає за чистіню зерня. Робить аналізи сировини, яка йде на млин. Щодень треба перебрати полмеха. Зараз, наприклад, спеціаліст визначає пустозельну примесь. Треба уважливо прогледіти кожне зернятка. У виніку від гетого залежить якість муки. А крім того, чим менш сміття, тим дольш заховується зерня. Робота кропотлива, потрібно перевіряти качество, від сору відділяти, перевіряти, чтобы в дальнейшем была хорошая мука, мука хорошего качества. А у этой лаборатории своей проверки проходит мука. Контроль ее якости отбывается каждые 2 часа. Технолог Настасья Крумина вось так маляуниче высыпает муку на стол, равняя и оценивая однородность. Потом магнитом вызначает утримание металломагнитной примеси. Затем муку треба проверить на белизну. Вось это, например, высшего гатунку. С лаборатории отправляемся на склад. 1000 белых мяхов разойдутся вельми хутко. Мы находимся на складе готовой продукции. Здесь порядка 2000 тонн муки. Вот. Ну, все зависит от текущего спроса. Но данного количества достаточно для реализации в течение 20 дней. А кроме белорусских регионов, муку купляют у России, Украине и Молдове. Первая партия 10 тонн отправилась у Хорватию. Штодень предприемство вырабляет около 270 тонн муки. Ее хапая, как бесперебойно обеспечивать своих покупников. Половину, до речи, набывает Гомель хлеб прам. 5 лет тому у филиале прошла модернизация. И с того часу объемы вырабляемой продукции увеличились прикладно на 10%. Полепшилась и ее якость. Наше предприятие социально ориентировано. Поэтому цены на нашу продукцию регулируются государством. Исходя из этого, рентабельность нашего производства невелика, но составляет стабильно 6-7% в год. Предприятие работает стабильно, выпускает качественную продукцию. Напереди новые планы. У ближайших – модернизация линии фасовки продукции и выпуск новых выработок. Марина Сверьянова, Сергей Камков, телерадиокомпания «Гомель». На Гомельщине протягивается работа по инвентаризации земель, которые после Чернобыльской катастрофы были признаны непригодными для господарчего выкористания. После 35 год после аварии шмат какие территории снова можно выкористовывать для отримания кормов. Наступный материал с Кармянского района. Лишится, что территория сучасного Кармянского района у першиню была заселена каля 20 000 лет тому. У его истории были разные периоды, але Чернобыльскую катастрофу можно назвать одним из самых трагичных. Практично каждая третья вёска была отселена, а с господарчего обороту пришлось вывести амаль 17 000 гектаров сельгасугодзяў. Зараз начался отворотный процесс. Земли, на яких, як минимум, можно вырошивать кормы для живёлы, снова начинают выкористовывать. Стоит водить, потому что у нас в сельхозорганизациях не хватает кормовой базы. Также они находятся, некоторые участки, примыкающие к возделываемым полям. То есть оно, ну, целесообразно, то есть использовать полностью одним массивом это. У господарках такий подход витают. Урешті, каб выплошивать годную зарплату, необходимо працевать с прибытком. Технологии по отриманию чистого мяса с живел, которые вырошиваются на допущально забруженных территориях, давно отпрацаваны. Значно горш, коли нема кормовой базы. Кормовая база. Нам надо много сеять кукурузы, это 1500. Плюс еще люцерна, клевера. Достаточно
Да. Тем более, что мы в прошлом году, нам еще мы 100 гектар земель бывшего совхоза Кармянский себе забрали, посеяли там кукурузу в прошлом году, а в этом году озимые посеяны. Конечно, есть, конечно. А чего они должны зарастать травой? Для того, как уявлять реальную ситуацию, несколько лишбов. После Чернобыльской аварии с господарчего обороту на Гомельщине было выведено больше, как 200 тысяч гектаров. Коля 80% этой территории сегодня занимают лясы. Остатние 40 тысяч постоянно доследуются и при махчимости знову выкористовываются. Процесс довольно складанный и протяглый по шасе. Але при выполнении всех потребований гарантует для населения безопасное уживание отриманной тут продукции. При том, что все доследования и узгоднения проводятся за державный кошт в рамках Чернобыльской программы. Любая организация на территории, которая находится эти земли, они могут подавать заявление соответствующее в райисполком и начинать процедуру вывода. Впоследствии организуется агрохимическое и радиологическое обследование этих участков, и документы подаются в департамент по ликвидации последствий катастрофы. Департамент, в свою очередь, получает заключение Министерства природных ресурсов, Министерства сельского хозяйства, Министерства лесного хозяйства в случае необходимости, Министерства здравоохранения в обязательном порядке, и документы подаются в Совмин. Вот таким образом уже порядка 16,5 тысяч гектар с момента аварии введено. Олег Сенцеров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадо, компания «Гомель», Кармянский район. Дарэчы, зона радыяцыйнага забруджвання сёлета выведзены 64 населеныя пункты. Самы буйны – горад Рэчыца. Чаму прынята такое рашэнне і як яно паўплывае на жыццё мясцовага насельніцтва? Пра гэта нядзельнае інтэрв'ю ў праграме «Навіны тыдня». Госць студыі – начальнік управлення жыллёва-камунальнай гаспадаркі па праблемах ліквідацыі наступстваў катастрофы на Чарнобыльскай АЭС аблвыканкама Дмітрый Рудкоўскі. Глядзіце на «Беларусь 4 Гомель» 7 сакавіка у 16:20. У палацы Румянцевых и Паскевішаў запустили виртуальный проект «Музейный гласарый». Он познакомится со значением незвычайных терминов и слов. За его основу организаторы взяли алфавит от А до Я. Про его гомельский палацовый парковый ансамбль расскажет про историю, сучасность музея, архитектуру, экспозиции, рослинный и живельный свет парку. Гласарый расшифрует назвы и понятия, которые вышли широкого уживания. Например, «Арзрум», «Бивак» и «Жерандоль». А музейный алфавит, в принципе, это не новое явление в онлайн-жизни. Многие музеи, в том числе и Российской Федерации, в том числе очень крупные, прибегали к этому способу. Очень красиво оформляли всегда эти проекты. Мы решили, что мы ничуть не хуже, мы тоже можем. Проект этот бессрочный, то есть сколько у нас будет предметов, сколько у нас будет фантазии их оригинально воплотить в онлайн-жизни, столько он будет длиться. То есть это не год, возможно, и не два, возможно, даже больше. Он будет узнаваем. Специально для него мы разработали дизайн заставки. То есть вы сразу его выделите по цвету и по форме и сможете эти посты сразу же видеть в ленте, если они вас заинтересуют, и сможете узнавать очень-очень много интересного о нас. Ознайомиться с музейным гласарием можно у социальных сетках музея Гомельского палацово-паркового ансамбля. Гэта іншыя навіны, інфармацыя праектах тэлерадо кампаніі Гомель вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.